хотели вы сыграть на сувениры? У меня с собой как раз целая банка с сувенирами. Это отлично. Мне нравятся лисы, которые играют на сувениры со свиньями, которые любят играть в карты на сувениры. Положите свой сувенир на стол, и мы начнем игру. Так вам нравится играть на сувениры, да? Хорошо, я сыграю с вами. Вот мой сувенирчик. Начнем игру. Какой у вас интересный сувенирчик. Я ставлю вот это. У вас есть четверки? У вас есть двойки? Нет, сэр. Берите карту. У вас есть десятки? Берите карту. У вас есть девятки? Карту. Благодарю вас. У вас есть дамы? Карту, мистер Лис. У вас есть короли? Берите карту. У вас есть шестерки? Нет, сэр. Берите карту. У вас есть семерки? У вас есть восьмерки? Неплохой ход, но вам придется взять карту. У вас есть пятерки? Берите карту, сэр. У вас есть валеты? Нет, берите карту. У вас есть короли? У вас есть двойки? Ха! Берите карту. У вас есть дамы? У вас есть семерки? Берите карту, мистер Свин. Ах, как прекрасно. У вас есть тройки? Берите карту. У вас есть шестерки? Карту, мистер Лис. У вас есть пятерки? У вас есть тройки? Берите карту. У вас есть девятки? Нет, сэр. Берите карту. У вас есть четверки? Я собрал всю четверку. У вас есть восьмерки? У вас есть валеты? Неплохой ход, но вам придется взять карту. У вас есть короли? Берите карту, сэр. Вот и собран один набор карт. У вас есть тузы? Нет, берите карту. У вас есть короли? Нет, сэр, берите карту. У вас есть десятки? Берите карту, мистер Свин. У вас есть тройки? У вас есть девятки? Ха! Берите карту. У вас есть короли? У вас есть тузы? Берите карту. У вас есть шестерки? Нет, сэр. Берите карту. У вас есть тройки? У вас есть короли? Неплохой ход, но вам придется взять карту. У вас есть тузы? У вас есть девятки? Нет, сэр. Берите карту. У вас есть тройки? Берите карту. У вас есть семерки? Мне нравится эта игра. У вас есть шестерки? Карту, мистер Лис. У вас есть короли? Берите карту, мистер Свин. У вас есть валет? Я просто возьму это у вас. У вас есть девятки? Карту. Благодарю вас. У вас есть тузы? Ха! Берите карту. Мне всегда везет в карточных играх. У вас есть дамы? Нет, берите карту. О,
Ох, я отлично играю. У вас есть тузы? Берите карту, сэр. У вас есть пятерки? Неплохой ход, но вам придется взять карту. Ах, как прекрасно. Лучше просто не бывает. У вас есть восьмерки? Приношу свои извинения, сэр. И я довольно неплохо играю в эту игру. У вас есть десятки? Берите карту. Ах, как прекрасно. Мне это определенно нравится. У вас есть дамы? Нет, берите карту. У вас есть тузы? Мне это подходит. У вас есть валеты? Карту, мистер Лис. У вас есть короли? Берите карту, мистер Свин. У вас есть дамы? У вас есть девятки? Мне нравится эта игра. У вас есть валеты? Нет, сэр. Берите карту. Мне всегда везет в карточных играх. Мне это подходит. У вас есть дамы? Нет, сэр. Берите карту. Мне всегда везет в карточных играх. Я победил. О, все отлично. Вы никогда не проигрывали. Что ж, что-то всегда случается в первый раз. Ваш ход, мистер Лис. Хорошо, мистер Свин. Давайте посмотрим, кто выиграет на этот раз. Вы очень азартный игрок, сэр. Теперь я могу поговорить с мистером Свином о жителях острова. Расскажите мне о портье у трапа корабля «Бесстрашный». Это довольно опасная тема, малыш Лис. Меня зовут Джеймс Лис. Я бы советовал вам избегать всего, что связано с нектаром горных коз. На приемы Марии Кис являются лишь избранные гости. Думаю, во всем этом замешан мой личный враг Уильям Козловский. Мне не хочется покидать такого азартного противника, но у меня есть важное дело. Вы не будете против, если я оставлю здесь мою банку с сувенирами? Оставляйте, сэр. Возвращайтесь в любое время.